Всем добрый день! Сегодня приготовим котлетки из сосисок и сыра. Это прекрасный будет быстрый завтрак, они быстро готовятся. Вкусно, сытно. Кушать можно как в горячем виде, так и в холодном. По-любому вкусно. Так что давайте готовить. Для приготовления этих котлеток понадобится 4 сосиски. Вкусненькие берите, хорошие покупайте. 200 грамм сыра твердого. У меня вот российский сыр и моцареллы кусочек. В морозилке лежало. 4 столовых ложки муки. Плюс мука еще на обвалку. 2 яйца. Кукурузные хлопья. Меленькие такие. Хлопья, пластивцы. Кукурузни швидкого приготовления, быстрого приготовления, не сладкие. Будем готовить все. Мелко нарезаем сосиски. Нарезанные сосиски перекладываем в общую емкость, где будем смешивать все ингредиенты. Теперь натираем сыр вот на такой мелкой терке. Так. Подготовленный сыр теперь добавляем к сосискам. Одно яйцо добавляем. Сметану, 1 столовую ложку, муку, 2, 3, 4. Перемешиваем все до состояния однородного фарша. Такой получился фарш. Котлетки из него можно будет формировать. Формируем котлетки. Так, руки смачиваем в водичке. Небольшие делаем. Вот они хорошо лепятся, видите? Обваливаем муку. Яйцо. Дальше лепим котлетку. У муку обваливаем котлетку. Яйце, ничего не разваливается и не должно разваливаться, и хлопья обсыпаем и формируем. Вот такая котлетка. Сковорода с растительным маслом нагрела на небольшом огне. Обжариваем до румяной приятной корочки. Снизу поджарилась котлетка. Переворачиваем. И тоже жарим до румяности. Готовые котлетки будем выкладывать вот на бумажное полотенце. Я их немножко на бочок поставила. И жарим также следующую порцию. Уже налепила. Всего получилось 9 котлеток и 1 как маленькая тефтелька. Вот такие получились котлетки. Аппетитные, с хрустящей корочкой. Остается только нам попробовать. Разрезала котлетку, сейчас попробую.
Котлетки очень вкусные. Такой оригинальный вкус у них. Хрустящая корочка из кукурузных хлопьев. На завтрак это очень быстро готовится. Очень. На завтрак, чаю, кофе очень вкусно будет. Так что приготовьте. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!